пришла в цирк. Вот сейчас уже запускают зал, так что поехали. Вот мы уже пришли в зал. Я никогда здесь ни разу не была в Питере в цирке. Оказалось, что этот цирк именно идет вот так вот по кругу, не так, что одна сцена. Вот это, видишь, что она делает? Вот так вот по кругу. Да она куда? Стой! Настоящий цирк так и идет. Она видит, что он бьет весь цирк. Снимаешь? Вот мы спускаемся. А где ты сейчас был, расскажи? Сейчас мы были в магазине Sport Fighter, купили мне новые перчатки. Хотите перчатки? Твинс, 10 функций. Если хотите, пишите в комментариях, хотите ли вы обзор на эти перчатки. А куда мы сейчас едем? Мы сейчас едем на игру Star Arcade. Спускаемся в метро и... Спасибо.
пришли покушать, так сказать, отпраздновать мое день рождения. Уже сходили в Гранд Макет, приехали, как это называется? Грузинская кухня. В грузинской кухне я заказал себе хинкали. Ну давай, за тебя, с днем рождения, давай. День рождения. Идем на главную елку. Есть что, нам она налево. Вот очень близко. Сейчас есть мы дойдем. Что, нам налево. И покажем. Не поможет из мороза, не поможет. Есть что, нам налево. Очень большая елка, она почти что примерно с такой же высотой, как вот, да, вот этот вот, так сказать. Берет супергерой. Как зовут тебя, ну ты богатырь? И ушло за счастье, несчастье, как грусть.